Бои продолжались всю ночь. Силы ВМС США пытались прорваться через город в поисках Халеда Аль-Асада. На улицах периодически слышны выстрелы. Войска Аль-Асада продолжают отступать к президентскому дворцу. Говорит лейтенант Васкес, кабан в пути. Такое веселье мы ни за что не пропустим. Огневую поддержку. Конец связи. Б-6, по фронту возможна засада. Мы подъедем, когда расчистите территорию впереди. Прием. Бегите за силуэтами на крышах! Всем отойти, будем вести обстрел зданий. Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов справа! Первый этаж! Есть цель! Огонь! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов справа, второй этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов слева, второй этаж! Цель получена! Слева! Балкон на втором этаже! Цель захвачена! Огонь!
6, мы выдвигаемся. Вас понял! Готов! Пулеметчик! Трехэтажный сзади, 15 градусов справа! Второй этаж! Есть цель! Готов! Пулеметчик! Трехэтажный сзади, 30 градусов слева! Второй этаж! Есть цель! Огонь!
Б-6, говорит Кабан, мы можем наступать, прием! Вас понял! Уходите и удерживайте позицию у поворота, прием! Вас понял, выдвигаюсь! Б-6, говорит Кабан, мы можем наступать, прием! Вас понял! Уходите и удерживайте позицию у поворота, прием! Вас понял, выдвигаюсь! Огонь!
цели на открытом месте! На северо-востоке! Осколок стоят! Огонь, пусть лежат. Группа Б, заходите с правого фланга. Они отступают! Всем быть начеку! Возможно, это ловушка! Он у меня на терморадаре. Переключаюсь на ручное. Целься! Ура! Да! Ура! Именно
Многих перебили. Теперь убираемся отсюда к черту. Дороги? Вас понял, Б-6. Так это... Долго еще? Б-6, второй взвод направляется к вам. Доложите обстановку, прием. Ценный груз цел и невредим. Мы почти у 4-го шоссе. Скоро должны увидеть второй взвод. Лейтенант Васкес, на связи пират 2-5. Приближается оперативная группа для захвата Аль-Асада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. Вас понял. Арбехи, только что сообщили о местонахождении Аль-Асада. Все на борт, вылетаем.